Точно не знаешь. Еще. Ты все, а все закоулки просмотрел. Все, но не вижу ни одного гриба. Под подушками смотрел. Музыку смотрел. О, вот еще три осталось. Три. Потом будем проверять. А, подушки все будешь пересматривать. Нет. Но я тебе подсказку сделал. Ну, подсказку. Музыка. Скажи. Музыка. Это такая подсказка? Да, подсказка. Где у нас музыка? Музыка? Вот она. Нет, это телевизор. Вот он. Где еще музыка может быть? Вот. И еще где? Это я, это просто ты там. Ура, мимо прошли. Это все? Ладно, помогу тебе грибы собирать. Один вот тут еще остался. Да. И один где-то тут. Где-то тут, не знаю где. Где? Где-то тут, вот тут. Ну, может, все-таки внизу? Грибы на деревьях, деревьях не растут. Ура, последний. Все, пошли сортировать. Съедобное, несъедобное. Так, заноси в дом. Садись. И показывай, какие ты грибы собрал. Рассказывай. Собрал. Мухомор. Мухомор, съедобное. Вкуся. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Съедобный. Съедобный красный мухомор. Все, вкуся. А ты любишь? А зеленый взял? А ты любишь? Бледная поганка есть? О, бледная поганка. Ням-ням-ням-ням-ням. Опять мухомор. А с дырочками какой-то гриб у тебя? Мухомор. Мухомор с дырочками. Я понял. Одни мухоморы. Очень вкусно и полезно. И все. И вот эти. Все. И кот. И кот. Ясно. Ну, у вас уже елка. Да. Очень интересно. И хлопушка ждет маму. Да. 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 Все, тогда. А теперь пришел злобный серый волк. А почему ты в домике не прячешься? А двери закрыть. Где же он может быть, этот вход в домик? Наверное, здесь. А может, здесь? Нет. Стена. О, я нашел окно. Ты спрятался лучше всех. А теперь пришла мамочка. Здравствуй, Владушка. Выходи. Я тебе молочка принесла. А это я, злобный волк. Я притворился. Ура! Дом рухнул. Все, сломался. Ну что, поросенок, будем строить обратно? Не? Будем. Будем? Ну давай. Теперь количество грибов я спрячу. Только... А я буду искать.